Во Владивостоке все желающие могут обратиться в медицинские учреждения, чтобы сделать тест на коронавирус. Диагностика проводится бесплатно. Сергей недавно ездил в Японию и, хотя недомогание не чувствовал, по возвращению домой решил пройти обследование. Чтобы понимать, что когда самоизолироваться, грубо говоря, нужно понимать, здоров ли сам. В дальнейшем уже буду принимать какие-то решения, то есть нужно ли дальше работать, либо в контакте, либо самоизоляция на 2 недели. В течение дня проверку здесь проходят несколько десятков человек разного возраста. Ездили отдыхать в Дубай и вот решили сдать анализ, на всякий случай провериться. Для добровольного обследования определены 7 больниц и поликлиник. При себе нужно иметь только паспорт и медицинский полис. Врачи берут 2 мазка ватными тампонами – из зева и носа – и отправляют анализы в лабораторию. Результат будет готов через 3 суток. Мы, конечно, рекомендуем тем людям, которые прибыли из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, либо те, кто как-то сомневается, подозревает что-то неладное, либо кто-то был в контакте из заболевших просто респираторно-вирусными инфекциями, то опять же прибывших с неблагополучных территорий. Всего с начала года в Приморье на коронавирус обследовали уже около 4000 человек. В основном тех, кто вернулся из-за границы. Результат у всех отрицательный. Дмитрий Беломестнов, новости на 8.